С 1 сентября новоиспеченных студентов закружила карусель учебного процесса. Семинары и лекции, контрольные и практические работы. Но ни один первый курс не обходится без посвящения в студенты. На ставший уже традиционным в нашем городе парад чайников отправилась и наша съемочная группа. Юлия Клочко еще со школьной скамьи определилась с выбором будущей профессии. Поэтому по окончании школы, не раздумывая, поступила в медицинский колледж. Я еще в классе седьмом определилась с будущей профессией. Ну, не знаю, мне всегда привлекала профессия, связанная с медициной. Но я хотела пойти на врача, но так получилось, что медсестрой стала. Я ни о чем не жалею, я рада, что поступила на медицинский. Большие планы на будущее у Анастасии Живоглядовой. Сегодня она студентка филиала КубГУ, староста класса, активистка. В дальнейшем мечтает преподавать математику, информатику в своем же вузе. Я абсолютно не пожалела выбранной профессии, меня выбрали старостой. Ну, я не только как бы люблю заниматься математикой, но и развиваюсь в творческом плане. Поэтому этот университет меня привлек этим, потому что тут и творческое развитие детей, и также очень хорошие знания даются. Вот поэтому я поступила именно сюда. У каждого первокурсника горят глаза и переполняют эмоции от первых дней обучения в качестве студентов. Мы съездили в Анапу, там было очень весело, организовали для нас университет поездку. Мы там повеселились, немножко заболели, но все равно было очень весело, круто. И каждый день мы не очень скучаем, для нас что-то организуют, это очень весело. Для первокурсников это особый праздник, который бывает только один раз в жизни. Поэтому провести его надо так, чтобы запомнилось на всю жизнь. Для новоиспеченных студентов была подготовлена развлекательная шоу-программа, песни, танцы, а также сами студенты показывали творческие номера. Так, например, группа «Меридиан» филиала Кубанского государственного университета подарила в этот день гостям свой зажигательный танец. Ректорат, деканат, куратор, студсовет – эти и другие термины открыли для себя новоиспеченные студенты. И, конечно же, за месяц своего обучения уже выучили студенческий гимн «Гаудамус Игитур». Поздравить первокурсников с их праздником и пожелать успехов в учебе пришел председатель районного совета Григорий Литовко. Он отметил, что студенческая пора – самая прекрасная в жизни каждого, и прожить ее нужно активно и с пользой. Студенческие годы – это золотые, прекрасные годы. Пользуйтесь этим временем, этими годами, потому что такого больше не будет. Для вас в этом районе созданы все условия для учебы, для того, чтобы заниматься спортом, культурой и другими различными увлекательными делами. На память о празднике первокурсников Григорий Литовко оставил подпись в импровизированной зачетной книжке, чтобы все экзамены сдавались легко и на отлично. А после торжественной части ребята дружно дали клятву студентам. Если вы, наконец, клянусь защищать святую Русь, клянусь. В этом году высшие и профессиональные учебные заведения Славянска на Кубани поступили более 400 вчерашних школьников. Впереди у них годы обучения, сессии, получения диплома и, конечно, праздники, такие же яркие и зажигательные, как День первокурсника. Надежда Неткачева, Георгий Калинин, программа